Burası bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin gizli kentiydi. Haritada bile gösterilmeyen Степногорск kenti, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunuyor. Степногорск yıllarca kapalı kent olarak sıkı kontrol altında tutuldu. Bunun nedeni ise Sovyetler Birliği'nin en büyük uranyum ve biyolojik silahını üreten tesislerin Степногорск'te faaliyet göstermesiydi. Специально, чтобы место для города выбрали, чтобы роза ветров была, чтобы ветер ушел, уходил в другую сторону. Это раз. Во-вторых, в случае, если, сами понимаете, когда, если бы началась бы ядерная война, первая из 10 ракет, одна из, ну как бы из 10 ракет, одна из 10 ракет должна была прийти в том числе и к нам. И если бы вдруг была бы ядерный взрыв, ударная волна прошла бы над нами. Потому что у нас наш город находится в такой специальной ложбине между холмами. Недалеко от нас, вот между 20-м микрорайоном и дачами, есть огромное такое хранилище. Там как бы мы можно, там, можно, там хранились продукты на 20 лет. Кстати, в случае ядерной войны горожане, спрятавшись в этом бомбежище, могли бы еще лет 20 прожить. Хан Шимантайлын Сатпаевтын сурет тур. Оксы Казак елге барлық әлемге танымалы ғылым. Өйткені еңбегі өте зор. Картаны жасаған, ең бірінші қазақ жерде тапқан осы Степногорск жерінде картасына қарап алтынмен. В ноябре будет 75. Мы приехали в этот город в 70-м году. Так что столько лет мы тут прожили. И у нас снабжение никудышное было. Тут снабжение отличное. Все, что это. В 70-м приехали, в 72-м году, 1 февраля, у меня родилась дочка. Так что вот и жили, получили двухкомнатную квартиру, а теперь осталась одна. У меня одна дочь умерла, а другая в Германии у меня живет. Почти 30% населения, да, пенсионеры. Нам каждый раз нужно с ними проводить какие-то, ну, мероприятия, чтобы они не чувствовали себя заброшенными, потому что они все свои силы, здоровье, все не отдали вот нашему процветанию этого города.